Ну вот что получилось после полирования, после втирания на малой скорости войлочным диском. Вот они гладкие, они блестят, никакой не липнет, ничего, влажности нету. Ну, кто-то скажет, там полимеризация должна быть, там сутки двое, посмотрим. Вот они сухие, очень гладкие, это ясень. Вот это моим масловоском, после масла для досок, масловоском. Не сказать, что тут выполировал я их, там вышлифовал. 240-й, по-моему, максимум, и гравировка. Вот, а это блюдо шлифовать еще. Вот, совершенствую свои навыки. Масловоск, конечно, классный. Всем добра, всем благ, приятно в руки взять. Блестит и гладенькая. Всем пока.